А на Тверском бульваре Радищева завершены работы по установке и монтажу новых арт-объектов – эксклюзивных парковых качелей и велопарковки. Напомним, монтаж парковых качелей начался неделю назад, 16 ноября. Сначала конструкция под будущий арт-объект была залита в бетонное основание, которое к сегодняшнему дню затвердело. 22 ноября качели повесили на опоры. Арт-объект выполнен в соответствии с общей стилистикой зоны отдыха, находится он неподалеку от пересечения бульвара Радищева со свободным переулком. Заметны они издалека. Высота качели около 3 метров, ширина около 4. Комиссионная приемка двух новых арт-объектов – качели и велопарковки – запланирована только на 23 ноября. Но пользоваться ими тверичане могут уже сейчас. В том году был благоустроен отдельный участок улицы Радищева. В этом году была запланирована установка арт-объекта. Качели, конечно, очень красивые и дорогостоящие, и поэтому просим всех людей на будущее, чтобы сохранить такие арт-объекты у нас в городе Твери.